Угадайте, что делаю? Почему из двух навигаторов оба разобраны? Значит, про Prology бывает, что у них слетает прошивка, как вы знаете. В полисе GPS-навигации там уже несколько аппаратов мной прошитых. У них слетает реестр или еще что-то и сбивается калибровка. Откалибровать, попасть, попытаться подложить программу для калибровки. Все это мной попробовано, потрачено на все это время. Несколько часов я убил в итоге. Значит, вот такой вот у нас навигатор есть. Его нужно откалибровать. То есть вот так вот он в сборе. Он нажимает только в одном месте одну кнопку и нифига не работает, по сути. Потому что можно включить только видеоплеер или что-то. А, дату, настройку даты можно включить. И у меня есть донор. Значит, зачем важно иметь донора? Кстати, вот у этого донора очень интересная история. Значит, сейчас вот получается у нас апрель 2018 года. Вот в 2015 году, сейчас, чтобы не соврать, наверное, не найду бумажку. Но это было, короче, июнь 2015 года. Человек приходит, говорит, мне нужно обновить навигатор. Я ему называю сумму. Он говорит, отлично, я пойду покурю и минут через 15 вернусь. Ну, отлично. Вышел покурить. И вот 3 года уже идет назад. Так у меня остался донор, оплаченный. Оплаченный, непонятно, куда он вышел, непонятно, куда он делся, вышел и с концами. Так у меня появился донор. Мы возьмем этот донор. Так, сейчас, чтобы не перепутать. Этот заведомо откалиброван, заведомо рабочий дисплей. Мы его поставим в наш навигатор, который нам нужно откалибровать. Скорее всего, даже если калибровка не будет нормальной, скорее всего, она будет немножко другой. И мы будем надеяться, что я сейчас подложил вместо Navitello программу для калибровки. Я не рассказывал где-то в полисе GPS. И будем надеяться, конечно, в идеале, что вообще калибровка будет нормальная. Но если нет, то хоть какая-нибудь. На горячую, конечно, этого делать не надо, как вы понимаете. Оп. Потому что можно спалить. Так, где у нас там кнопка включения? Кнопка включения. Поехали. Так, есть изображение. Конечно, понятно, что на все навигаторы и на все телефоны доноров не напасешься. Но вот на эти дрянские модели 7020M, 5020M, 4020M, 40M и так далее. На них желательно иметь подменный фонд. О, видите, отлично. Что мы сделаем? Значит, мы сейчас зайдем в систем. Дальше пойдем в... Не пойдем мы никуда. Наверное, я попутал. Где-то в другом меню должно быть. Ну-ка. Приложение, application, ну, давай. О, калибровка. Но я что еще вместо навигационной программы подложил. И откалибруем его. Сильно не изощряйтесь, потому что после установки нового сенсора вы все равно будете его еще раз калибровать. Все, вырубаем. Ну, давай, дрянь. Все, сейчас выключится. На горячую нельзя, как я уже говорил. Опять аккуратненько снимаем подкинутый сенсор. Вот таким образом донор у меня уже, ну, 5-6, наверное, аппаратов за эти 3 года 7020 отремонтировал. И еще он к какому-то этот сенсор подходит. И тоже я его делал, по-моему, 70M. Могу путать. Так. Так. Здесь уже можно нормально сразу будет. Я, наверное, для вас перемотаю опять, что ваше время тратить. Здесь уже можно, наверное, нормально будет все проложить и скотч назад наклеить. Где-то на канале даже был плейлист байки ты ж программиста про свою работу, про свои косяки на работе я рассказывал, так что это в принципе достойное место не среди косяков, но среди неоднозначных историй может занять это видео о человеке, который вышел на 3 года. Причем самое интересное, он же оплатил аппарат. Меня это больше всего смущает. Можно, конечно, строить кучу теорий. На этот счет, куда он вышел. Полиция его взяла, посадили. Вышел, перекурил лишка.
Но по факту вот имеем в наличии донора. Так, что-то нифига. Сейчас сделаем обратную процедуру. Сейчас мы его вырубим. Мы сейчас на рабочую заведомо плату, получается, подкинем некалиброванный дисплей. Вот так вот мы сейчас поступим. Так, серия 2. Сейчас я опять все то же самое делаю, но я подложил, я же вам говорил, программу туда для калибровки. Сейчас мы попробуем прописать к ней автозапуск, чтобы она стартанула вместе с навиком. Это будет тоже хороший вариант. Но обычно срабатывал первый вариант, что мне говорит о том, что может быть в принципе и сенсор битым каким-нибудь нерабочим. Так, папка. Сейчас мы автозапуск пропишем, внутренняя память. Я вот в папку на Vitel подменил программу для калибровки. Автозагрузку ставим обязательно. Видно вам, нет, не знаю. Так, опять вырубаем. Так, дождались, он выключился. Снимаем сенсор. Снимаем сенсор. Ставим новый. Я вам, кстати, недорассказал. Так, сейчас включаем. У меня еще второй есть навигатор. Это вот 7020. У меня есть еще второй, но он не оплаченный. SLK-4. С того человека, как бы, ну, по-хорошему, надо было данные брать. И тогда можно было позвонить, там что-то решить. Найти этого человека, в конце концов. Вот. Так, все, автозагрузка включилась. Сразу включилась калибровка. Сейчас мы его откалибруем. Но я не взял, потому что он уже сказал, я через 15 минут вернусь. А второй SLK-4 X-Play. Ну да, вот откалибровался. Все, можно. Я-то потом еще штатную калибровку еще сделаю, но это уже отдельно, я у вас времени не буду. А по нему, по SLK-4 я взял данные, номер не отвечает. Вот. Навигатор не оплаченный, и года полтора-два человек также точно идет. Ну, тот хотя бы сказал, что типа я вам сдал еще телефон, типа приду телефон забирать, заберу навигатор. То ли забыл, то ли кого-то другого отправил, то ли еще что с ним случается, не знаю. Ну, в общем, вот к чему я. Курить вредно. Не пошел бы он курить, остался бы с навигатором. А если вы в натуре, как единственная теория, что полиция загребла и посадили, то еще бы и на воле остался. Вот загляните в полис GPS-навигация, там возьмете эту программу для калибровки, может вам пригодится. Смотрите полист про байки. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в полисте полезное. Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.